dvhub.ru. Теперь можно. Дюш, дельфин. Соревнования, открытое первенство города Хабаровска. Три возрастные группы. 2000 и старше, 2002, 2003 средние, 2004 и моложе. Количество участников планировали человек 50. Первенство края мы уже отобрали там двоих мальчиков с Комсомольска и из Хабаровска на первенство России. И мы проходные, потому что следующий у нас будет первенство 5 края, только на Комсомольске. dvhub.ru